The Freak. Это вообще на баде с хуевым винрейтом. И шо у них за... Да. Подожди, у тебя ну, есть какой-то основной акс, какого ты там чем поиграешь? Нет, сейчас. А вот ставочки откуда ты ставишь? А вот где у меня шмотки. А это чё за ак? Там где я 49 на 5 набил стату, а потом заруинил его. Это типа твой постоянный, да? Да. Типа твой постоянный, да? Нет, я на нем не играю, только ставки. Вот это тебе даже сет нереально дать. Ну, на данный момент да. Нет, дать реально, но... Увидеть его нереально. Как сказать? В турнире я могу играть на кумтаке, куда шмотки скину, скажем так. Жду твоего постоянного ага, короче. Welcome and bienvenue, welcome to Dota 2. All pick. Так, а кого мы сейчас берем? Ош. Не знаю. Я всем пишу, только тебе. А хер его знает. Походу... Мне... Не знаю. Five seconds remaining. О, Мирана, это будет интересно. Дамы и господа, ну вот мы и дождались скиллового перса. Time to get angry with each other. Я чувствую подвох. Нет, это не решено. Это долбоёбы не могут решить, кто пойдет в мид. Они сейчас там пиздятся возле Т2. То, что осталось за кадром. Хе-хе.
Интересный сорк. Ясно, сапог. Тебя спалили. О, блять. Что сларк тут делает? Поломал. Миссинг мидл. Я себе, блять, крип ебучий. Сейчас была стрела. Слишком быстро. Ему сапогу лесу не ясно. Промудрился въебать мид, ясно. Так. Ну, почему удивляться, с учетом его билд элитный. You have no right. Yes. Seeing stars.
дебил, куда ж ты идешь? Ха-ха-ха, ебать, ебать. Ебать. Тройки kill me if you can называется, блять. Я понял. Интересно, вот это будет. Кстати, можешь как момент взять, в принципе. Могу. Для разогрева потянет. Только, блять, у меня ж не сохраняются эти моменты. Реплей можешь сохранить. Ну, у меня этих реплеев нету, когда я тренер. Могу скинуть. Могу скинуть. Я вот такой. The interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being destroyed. Дерево не пробито. Это мы вырежем. В смысле, смотрится ж момент секунд 10. Да. И где-то еще был момент на сайленсере, у меня когда-то охуенный. Только что-то я его не нашел в реплеях. А был когда-то точно. Истил реплеев. Ист. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Интересный легион. Легион аж можно найти, типа, в трипу, да? В керри. Может, но лучше соломит. Ну да, ну а в керри можно, да? Может, может. А чем там отличается игра от того, что на миде? Собираешь другие кимы. На миде тебе надо фазы ботл дагер, на керри тебе нужно ПТ, барабаны, блинк, БКБ. На керри ты должен больше впитывать, на этом наоборот ДПСить. Ага, я понял, спасибо. The enemy
enemy's middle tower has fallen. Да ты заебал, Сларк, хуесос. Сларк, когда на Патруме играешь. Ну ульт, да куда ж ты ульт кидаешь? Ну в арку кинь. О боже, конченый. Мэг это просто даун. Я по его скилл билду, это уже видно. А чё ему не так? Да? А чё ему надо не так делать? Ну максить надо или первый, или третий, но блядь. Нет, это я знал, кстати, это я знал. Ну этим билд тоже такой себе на самом деле. Нормальные парни берут этот сапог обычный, потом 2-3 нолика и форстав, чтобы в инту выходить. Тасить. Это логично, это логично. Заебал. Так толку с этого. Ну пизды же ему дай, долбоёб, блядь, заебал. Ой, баха. Глупенький. А ты чё собирать будешь? Ботл, потом барабаны, манту, наверное. This fight for you was honorably done. Pardon the interruption, sir, but it's a phone call from your middle tower. It says it's being destroyed. Я же, блядь, помигал, где, ну что, совсем дауны, что ли? Я скончу. Excuse me, sir, but it's your top tower. It says it's being destroyed. Thanks. Your top tower is under attack. Блять. Блять, за кружочки. Good assassins never die. Психанул. Это уже дуэль закончилась? Да. Excuse me,
sir, but it's your top tower. It says its dire structures are fortified. A cold wind blows. Thanks. Thank you. С диффузами сделали, еще они собираются. Все так же. А что ж там у них поменяли? Плаймость может. Хорошо, спасибо за дэмэдж, братка. Бать, стики же нажал, что за хуйня? Все, короче, рейдж квит. О, еще один. Ну, я не видел, что мы без Фюскара играем. Так они потому поливали, что Фюскара кикнул. До этого они бы не ливали. Они ждали, пока это станет free to live, скажем так. Я вообще этот момент пропустил. Уже минут 5 как нету. Петуха отпетушили. Как трахаешь? Ходить тут уже осталось просто подождать, пока все линии, это тоже не катка, мусор. Но она с самого начала такая. Fortified.
Нет. Знаю, ему, наверное, не хватало вещи. Да нет! Что творит с тобой? The enemy's top tower has fallen. О, монсы какие! Хуёвые. Монсы. Очень лёрн. Big Observer Ward. Свети. Observer Ward. Посмотри, а там есть ступенечки, ты спуститься можешь. В теории. Похоже на какую-то пирамиду Майя. Ложка. Можно подать в суд на Вальве. От чего имени пирамиды Майя? Ну да, Майя, там наслед великий Майя. Да, запрещено, запрещено правило этими правами правообладателя. Запатентовано. Уберут пирамиды Майя, короче, как этого, как Леорика из Доты. Давай, убьёшь его, давай. Кто-то нахтипол. Ой, блядь, ну вот этот хуесос Рики, ну ливни ты уже, ну чё ты... Я не понимаю таких людей. Ладно, потом собрался 1 в 5 тащить. Он же даже тебя соло убить не может. Ну, если он всех продаст в пулице, то сможет. Ну, точнее, как сможет. Не сможет догнать и найти, но... Тупой, может быть, и убил бы. Да что за хуйня, блядь? Bad day. Bad day. Не, так это не мой bad day. Bad day. Мне на этот мисс похуй стрелой, это и он из этого сдох. Это bad day для скрипта. The enemy's middle barracks has fallen. Power comes from the heart. Чуть не бай какие-то пули, у тебя несерьезные противники ливают, не хотят играть. Несерьезно. Тебя взад долбит. Мом, прикольно. Да, это чисто такой катки обычное такое он делал. Опа, опа. Куда бежит это чмо? Вот типа, что это была за траектория движения у Верки? Куда? Куда она направлялась? Это не Верка, это Рики. Я понимаю, но вот куда он ее направлял? Не, ну в принципе тут какая уже разница, можно банить. ГГВП, ОМГ, Чикен Макнаггетс, я выключаю. Ну, все, короче, Коль, давай тогда. Все, давай. Да, мне пока что хватит, я побегу.